Я хочу тебе порекомендовать канал, посвященный любительскому натуральному бодибилдингу, где Санек дает информацию о том, как накачать мышцы и набрать массу в домашних условиях и не только. Ссылка на канал в описании под видео. Итак, прежде чем переходить к работе на снарядах, то есть или это мешки, или макивары, что у нас будет в дальнейшем, вы обязательно должны защитить свои кисти, свои кулаки. Для этого мы наматываем бинты. Я вам покажу, как наматывать 3-метровые бинты, довольно простые, которые у вас у всех. Вы в основном пользуетесь такими бинтами, порядка $5 стоят. То есть простые бинты. Я вам покажу основной способ их намотки для защиты непосредственно самой ударной поверхности и кисти, чтобы она не выбивалась. То есть есть очень много способов намотки бинтов, но это такой основной, в котором вы можете уделять внимание и косточкам, да, куксам, то есть больше делать мотков, или если у вас повреждена кисть, вы больше внимания уделяете кисти и больше заматываете кисть. Как это делать, вы сейчас увидите. Yourself something funky.